Справедливая Россия предлагает приравнять стипендию к МРОТ. Это, по мнению партийцев, поможет студентам бюджетных отделений больше времени уделять учебе, которое сейчас они зачастую вынуждены тратить на подработку. Ведь стипендия у большинства учащихся вузов не больше 3000 рублей. Ежегодная небольшая индексация выплат тоже не способна решить проблему. Поэтому справедливороссы внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендий до уровня минимального размера оплаты труда. С 2021 года, напомним, МРОТ составляет 11 792 рубля. Эту инициативу «Справедливая Россия» продвигает в Госдуме уже не первый год. Однако парламентское большинство не позволяло ее принять. Еще одной мерой поддержки для учащихся вузов, по словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, может стать выплата подъемных молодым специалистам. Отметим, что обе инициативы включены справедливороссами в число приоритетных на весеннюю сессию.